К какому вы относите это жанру? Я не скажу, что жанр. Что это? Тут железный занавес открыт, понимаете, да? А-а-а. Начало 90-х годов, да. Всех потянуло в Playboy, все могут показать обнаженную женщину, да. И наконец-то никаких нет таких художественных советов, можно выставить частные галереи, и тут меня, конечно, прорвало, понесло, Бендера понесло, как говорится.